Здравствуйте, видеообзор на Redmi 9A. Так вот, трещина, экран менялся. Это видно даже хотя бы вот поэтому, потому что датчик приближения залит клеем, скорее всего. Здесь вот есть скол на камере. Экран работает нормально. Сброшен до заводских настроек. Передняя камера. Фронтальная камера. Засвет небольшой есть на экране. Тридцать 2 гигабайта внутренней памяти, 2 гигабайта оперативной памяти. Wi-Fi сети видит. В принципе, работает нормально, за исключением датчика приближения. То есть, даже вот так можно посмотреть. При звонке он срабатывает. Спасибо за просмотр.